Всем привет! Сегодня у нас распаковка очередной посылки с AliExpress. Как утверждает продавец, здесь должны быть оригинальные гаджеты популярной фирмы Xiaomi. Вот написано. USB Gadgets, USB Link. В общем, должен здесь быть светильник вот такой и вентилятор Xiaomi. Открываем и смотрим. Не сказал, трек отслеживался. Посылка дошла быстро. За 20 дней где-то. Белого цвета заказал. Маркировочки такие. Миком. Так, ну с чего начнем? С вентилятора. Материал качественный такой. Резина такая прочная. Гнется так прилично. Ну, попробуем вставить. Берем. Как распознать, оригинальная продукция или нет от Xiaomi? Это при включении второй раз она не должна работать. То есть через раз. Проверяем. Работает. Включаем второй раз. Не работает. Включаем еще раз. Работает. Тихо, тихо. Все. Похоже на оригинал. Здесь значок. Как-то летом ехали в электричке, народу полный вагон, духота, жара, 40 градусов. Все газетами машут. Вот такой в дорогу взять, очень удобно и комфортно. Комфортно. Хорошо, прилично. Думаю, так не проверили, сколько он энергии берет.
работает. Еще раз. Дядя. Миллиампер. 180 миллиампер. Хорошо. Так, ну проверим светильничек. Светильничек тоже необычный. Вот у меня есть такой. Подделка. Вот он работает как. Включился. Второй раз включаем. Опять включился. Это подделка. Так, проверим оригинальный светильник. Тоже значок Mi. Здесь должен быть выключатель. Тоже из такого прочного. Если говорят на подделках пластик крашеный, то здесь алюминий. Очень даже похоже. Вот так они выглядят между собой. Xiaomi подлиннее, тут 10 светодиодов. Подключим. Ух ты. Ярко светит вообще. Классно. Второй раз включаем. Не работает. Вот так проверяется оригинальность Xiaomi. Это у них такая фишка. Выключатели смотрим. Слабенько горит вон как. Едва-едва. Поярче. Второй режим. Третий. Четвертый, пятый и выключение. Ага. Так, проверим, сколько ампер жрет. Самый яркий 24. 240. А, нет. 430 самый яркий. Вот слабенький у нас 11. Поярче. 13. Третий режим 19. 24 и 40. Сколько там? 42. Ну что, светит, я вам скажу, обалденно ярко. Где-то в дороге всегда пригодится. И включается он так не резко, а как бы плавненько. Ну вот такая продукция от Xiaomi. Я доволен.
Рекомендую, у кого есть желание. Спасибо за просмотр и всего доброго. Пока-пока.